там весело было. Член. Узнай члена банды по члену. А кто автор? Dragon of Darkness. Там же написала. А я не увидел, не видел. Тема раунда. Автор-то кто? Фильмы белых времен. Камень я не дам. Корпорация из игр. Режиссер по фильмам. Что произойдет дальше? Дайте мне в первом выбрать. Думаю, первых двух секунд достаточно. Жестко, бля, ну вопрос. Я знаю, что у тебя аватарка из Elden Ring. Да, это я достаточно? Знаю, я дам девочке ну ладно. Походить первой. Твои любимые боссы, Максим. Да, ненавижу их, блядь, адские. С двумя же дрался? Нет, еще. Две будут. Я не дам. Это бриллиант? Алмаз. Бриллиант. А, я понял, просто говоришь языками. Там будет две, Максон, я думал, ты дрался уже. Не, ну это весело, да. Думаю, первых двух секунд хватит. Ебать, я вас нахуй так спас только, что вы даже не представляете. Просто... Меня один раз ударили, блядь, ты. Я под эту песню летел в автоле и вырезал всю дорожку нахуй на ютубе. Все 4 часа за нее просто моментально. На этой ACDC You've been Thunderstruck. Чел, у меня даже полсекунды не сыграло. У тебя была и нормальная повезло муза? Тебе. И хорошо тебе, что она не сыграла. Ну ладно. Давайте камни смотреть. У меня чисто барабанщик дотронулся, блядь. Ух ты. Янтарь? Это янтарь, да. Красава. Бля, топаз это какой. Жестко. Зеленый. Желтый. Желтый, наебал. А что это? У меня пустота. Блядь, это нефрит. Да ты чё? Сука. Это сейчас нет, это не рубин, это этот. Сейчас скажу. Да ну ты гонишь. Изумруд, это изумруд. Хорош. Да. А я зеленый увидел, блядь, думаю, что зеленый, нефрит, нахуй. Камень за 4 знает. Это красная арбуз. Рыба. Это арбуз. Да, аметист. Нет, аметист же зеленый. Да суши за 40 гривен, что блядь. Это? Рубин, по-моему. Блядь, это нет, рубин, ёбаный рубин, брат. Нет, рубин, это рубин, кроваво-красный. Да, это не рубин. Это рубин. Рубин. Какой-то каловый рубин. Это же камни бесконечности, да? Камень я не дам за 500. Да. Кто-то нажал уже. О, я знаю, что это. Я догадываюсь. Я тоже знаю, что это. Ебать, ну это... Кто? Мело... Как-то мело... Меланхолит, я не помню точно. Меланхолит, нет. Малахит. Малахит. Сука. У Варшухи болезнь какая-то получилась, блядь. Если бы мне Плиза пизды дала в Челябинске, это типа культовый камень. Он и змеевик еще. Камень не дам за 600. О, а это змеевик, кстати. Это, кстати, топаз. Это какая-то хуйня. Чья первая буква? Чароид. Жестко. Бля, я знал об этом, нахуй. Давайте 2 секунды, ну, блядь, там чувствую... Там не музыка, а пиздец, я вам сразу говорю. Да, нормально. Сандсторм. Сандсторм. Так я там только ту-ту-ту. 600. Гориллас Фил Гудинг. А, у меня была, у меня тишина была. Ну слава богу. Я готов. Реклама. Блять. Можно? Американ, блять, как это называется? Не, не то? Нет. Ладно, тогда плохо. О, Blur Song 182 что-то. Да ты шо, с ума сошёл? Blur, блять, Blur сейчас. Нет, он неправильно ответил. Это Blur, блять, Blur Song, блять. Там... Это Blink 182. Блять. Это Blink, а Song какая? Ну, блять, я цифры не помню. Ну, блять, что тут, это цифры задушишь друга. Задуши, песня так называется. Блять, ну... Это не Джокер, ебать. Всё, блять. Ну давай цифру, быстрее, любую. Два. Song, блять, не ебу, блять, два. Сонг 2, ты меня не подъебываешь, брат. Спасибо. Максим, за подсказки сейчас 900. Все. А я думал, это фейк подсказка. Я последний раз. Я думал, это фейк подсказка. Но ты видел, ему тяжело было? Да, тяжело было, блядь. Это Рамштайн. А песня? Как называется? Блядь, ну, Драйн. Найн. У меня клип был, помню, еще старый такой, блядь. А там будет песня? А там будет песня? Она называется, ну, Духаст? Духаст, меч. Так, вот за подсказки, нахуй, это, ну, блядь, у тебя нет ПТСов, я тебя в минус могу вогнать. Нет, я хочу сказать, что я бы вспомнил и сам. Я, типа, почти дошел до дна. Нет, так я удивляюсь, что, типа, ты так долго пропивал. Я просто не фанат, я не фанат Рамштайна.
Я за подсказки буду срезать. Эминем, рэп-гад. Я за подсказки да, буду... Я не знаю, есть там DMC или нет DMC, я мешаю. Забери с меня. Поехали. Это 2 секунды идет проигрыш, если что, он дальше не идет. Ладно. Там же трек за 2 секунды называется тема. А кто это? Это разрывная. А это глава гномов. Разрывная! Юморишь, юморишь, ржака! Да, можно было не вставлять. Ебать, как скучно я живу, блядь. Ты даже знал, что это такое, охуеть. Бля, чел, да ты чё, этот чел нахуй последнее время на Твиче особенно стал популярным только в обратную сторону, блядь. Вообще похуй. Нихуя себе, блядь. Въебал мне. Я же, блядь. Ебал бы, пойди. Картинка со звуком 300? Сука. Бля, Капо должен был ответить. Блядь, я должен был ответить. Как мем называется? You've been gnomed. Это когда доказываешь, что ты обычный гном, блядь. О, я гнома слышал. Привет, гном. Ой, а чё это? Я не знаю. Просто похуй. Нет. Жаль. А, наверное, его берут за шкирку, и он, короче, анекдот, блядь. Появился, значит, в зоне черный сталкер. Так Максим правильно сказал. Это то, что я спел. Так Максим это и пел. Ты чё, угораешь, что ли? Тупо то, что я спел. Меня правда, и всё. Я прав. Жесть. Да? Не, ну он прав. Так спел еще. Ответ кот есть мороженое тоже, блядь, зачитали, да? Ну там так написано. Просто очень ужасно, что Инсайз с аватаркой кота не знает, что говорит кот. Но он не говорит на-на-на-на-на. Ну, нет, я бы сказал. Это не оукшит. Нет, это не оукшит. Оу, щит, это минус 500. Оу, щит. Оу, щит. Качество видео еще такое, что можно с уверенностью сказать, что это Сан Андреас, блядь. А, это бра. Бра. Я не знал, что это бра. О. Это хорошо, вы это придумали. Как ты так? Нихуя себе. Ну это не так. А ловко ты это придумал. Я сразу не понял. Слухай, а вдало ти це вигадав? Я навіть спочатку не втягнув. Молодець. Не втягнув. От і пруфчик, виходить. Це Ілля Мурміц був? Або Добриня? Це... Добриня, вроді би. Добриня Нікітич був українцем? Ні, Мурміц сольник просто був. Він ні з ким не ходив, а... А і цей Добриня, він був в парі з цим, вроді, чилом. Не знав, що Нікітич українець. От, треба в учебнике написати таке. Фільми былих времен. Так, синий экран. Синий экран. Так, отвечайте. О, это Красный Отец. Да ты чё? Нет, блядь. Это же лицо США. Ой, блядь, я... Я так обрадовался, что я отвечаю, что... Не жал картинки, там картинка 4. Да, огромная. Просто, блядь. Цельнометаллическая оболочка. Кто это сказал? Блядь. Кто это сказал? Show me your poor face. Блядь. Цельнометаллическая оболочка? Ага, да. Нет, это не она, это... Жекет, может быть? Да ёбаный рот. Я знаю. О, боже мой, да я тоже, у меня на языке крутится. 50% времени дополнительно. Хорошо, что мы сегодня собрались и сегодня. Запах напалма поутру. И? Ответ? Пиздец, не помню, нет. Ну, блядь. А, это апокалипсис сегодня. Сука, ну как, блядь, перекладывать? Блядь, это невозможно просто перекладывать, я ебал, но... Ну я даже, блядь, тоже, я тоже не смог перекладывать. Блядь, там все тыкали, как сумасшедшие мужики. О. О. А это сияние. Угу. А, да, Tinder Lost. Но мне кажется, все равно качество картинки влияет. Ну, бриллиантовая, блядь, рука. Еще есть вторая часть фильма, костяная нога, если вы не знаете. О. Ну это хороший, плохой, злой же, да? Бля, корпорации язык звучит забавно. Назовите корпорации желательно игру или серию игр, в которой она фигурирует. А, ну. Ну так это худе. Umbrella, резики. Надо было отвечать до того, как показалась картинка. На сервере сидит. Было, да.
Ой, это что? Ой, ребята, это, очевидно, дилда, которая окажется в моей жопе, потому что я не знаю правильного ответа. Это корпорация, это корпорация Triple Ping Pong, блядь. Жаль. Вы знаете, что это, но вы... Да я уже в чате прочитал, забей. Это Arasaka из 2077 Gearbank. А, не самая популярная игра, скажу так. Это правда. Эдиус? Это из Assassin's Creed. Как называется? Абстерго, блядь. А полностью? Нихуя это вспомнил. Industries. Абстерго, блядь, Corporated. Бля, вот, ну вот, ну это неправильно. Там другое слово. Да, Абстерго, ну не души, бля, нормально. Как считаешь это, нужным? Это скучно, типа. Ебать, Industries в натуре? Я не знал. Что там, либо то, либо там. Ой, это из Фолочки. Биошок. Да Биошок это. Волттек? Не, это не Волттек. Это... Ну, это дверь убежища, блять. Ну да, это Волттек, реально. Блять. Жестко. Good morning, Волттек. Почему я свои мысли, типа, не могу убедить себя, но могу убедить кого-то другого, блять. Из Red Guerrilla. Red Faction, блядь. Red Faction, да. Guerrilla. Горилла. Горилла. Это Half-Life. А, это Black Mesa. Нихуя. Такой убогий лог, кстати, у нее. Так, за 600? Йок. Это из игры. Бля, что-то очень знакомое. Хала, блядь. С музыкой Мика Гордона. Doom какой-то. А, не, Union Aerospace Corporation. А ты бы просто из Doom засчитал. Так я подсказываю, что это Doom, типа, ну. Ну да. Режиссер. Джеймс Кэмерон. Мать, Кэмерон после Титаника уже мог забить на самом деле. Да, блять, он сейчас аватаров там сейчас бабахнет. Если они так же по лярду соберут, то все. Дед там, блядь, в шоколаде. А он уже в шоколаде. Темный рыцарь, Интерстеллар, начало, престиж, довод. А имя его, пожалуйста? Кристофер. Спасибо. Бля, тут еще имена надо, тогда вообще отвечать не буду. Этот графон еще перекладывается, он первый фильм смотрит, уже остальное не надо. Карты, деньги, два ствола. О, это бы я сказал. Пуск. Он, кстати, довольно молодой еще. Да у него самого внешность для своих фильмов, блядь, на самом деле. Mm-hmm. Вопрос с секретом. И я вижу, я очень интересный ответ. Райан Гослинг. Если интересно, то я. Там я Гайдай. Если интересно, значит Гайдай. Гайдай, если что, говори. Трансформеры, все части. 13 часов, тайные солдаты Бенгази, остров Армагеддон. Кто снял трансформеры-то, ёб твою мать. Смотри. Подсказки нахуй срежу, ну, тебе все те же полторы тысячи, вот эти 1400. Джаред подалеки. Ну это я бы ответил. Бля, ну я предположу, может это время? Ответ? Нахуй, остров. Остров, а это про кого? Это с Ди Каприо? Можно вопрос вот с Ди Каприо? Да. Нет, это не он, тот остров проклятых. Это остров с Иэном Макгрегором. Хуй знает, я не знаю. Чарли Чаплин. Это Майкл Бэй. Майкл Бэй. Бля. Майкл Бухта. Даже нихуя на ум не пришло. Брат, брат 2, война, вот груз 200. Вот это я, блядь, бабахнул. Я готов. Ебать, я прямо сейчас отвечу. Ну да, срезай меня, я сразу не смогу ответить. Балабанов. А, вот твое имя. Балабанов. О, блядь. Я так и знал, что он спросит. Я с именем отвечу. Алексей? Правильно. Может, ты решаешь, правильно или нет? Потому что я знаю, как его зовут. Если его точно, блядь, то может Александр, типа. А, ебать, извините. Ну, я просто знаю, что его зовут Алексей Балабанов. Мои капканы ломаешь. Сталкер, Солярис, Андрей Рублев, Зеркало. А кто снял Сталкера? Есть игра еще такая. Андрей Тарковский. А, Тарковский. Он сбежал из Таркова, видимо. Что произойдет дальше за 100? Как дальше будут развиваться события? Какие события, блядь? Грузится. Вот такие. О, блядь. Охуй, синий экран. Подождем, блядь. Это страшный видос на самом деле. И собака отключится. Да? Оно? Ну тут ответ, блядь, я не знаю как. Не, если я неправильно сказал. Ну эта хуйня взорвется дальше. Ну да, но тут ответ не такой, блядь. Блядь, не отрицайся, не души.
А. Это правильно? Пиздец. Она выжила, если что. Да, естественно, она выжила, но это все еще пиздец. Бессознанка. Блять, какой ужас. Она просто обосралась. Как же долго. А, я знаю, что произойдет. Он выстрелит и пролетит хуйня прям в упор к нему. Типа он там, ну, типа пиздец, короче. Чуть не умрет нахуй он сам. Его там, это, он отскочит хуйня, чуть не убьет его. Да, ебать, Максим, блядь. У меня даже ничего не закрутилось. Да не, я видел просто FPS Russia. Он сейчас еще на нас посмотрит, ебать. Блять. Угу. Ни очков, нихуя вообще. FPS Russia. Но опасно. У него канал такой, он типа всегда такую хуйню занимается. Он потом в тюрьме отсидел. Тоже для Ютуба? Да. Снимал там блог. Что произойдет дальше за 300? Так не видно даже видоса, блядь. О чем речь? Самолет низко пролетит с ветром, блядь, эх, это захуярит. Людей сдует. У меня дома, блядь. Я не знаю, ну типа вот я вот... Я бы срезал, блядь, сейчас. Я знаю. Ну самолет пролетает прямо над людьми, блядь, и людей сдувает ветром, блядь. Ну а если не сдувает, блядь? Ну я не знаю, ну, что за ответы, нахуй? Ну он прям, он низко пролетает над людьми, я, блядь, это ничего видел. Ничего особенного, самолет просто приземлился, блядь. Ну это, наверное, имеется в виду... Ну а Димас просто разъебет. Говорит, что их там кого-то сдувает. Ну, блядь, там, ну там... Никого не сдувает. Ну, блядь. Засчитывать, у, блядь, самолет пролетел, блядь, над людьми. Естественно, там ветром ебашит. Я первый засчитывал. Ну, да ты слышишь теперь... ветер, блядь, нахуй, ну, с на тобой самолет летит. Первым, блядь, взорвалась бочка, нахуй, это. А здесь ну, он приземлился. Ну, а какой, нахуй, ну а какой чисто теоретически, написан? Камера была не направлена на людей. Может, ну, по ветру можно определить. Димас, ты там отдыхал, да? Да сдул, я там был, там сдуло, блядь, меня, нахуй, я снимал, блядь. Не, ну я как бы ставлю ва-банк, мне похуй. Я тоже, наверное. Да ты чё, бля? Да ну похуй же, деньги плыть. Я вот тоже не шарю, да. Ну, да похуй. Так, да кто продвинет дальше? Здесь нет никакой временной 100. Задержки. Это, конечно, муляж, но на настоящих выстрелах ее нет. Если снять колпачок и сделать вот так... Что же будет? Но оно типа хлопнет очень громко или развалит стол. Но если сделать так, сука. Я угадываю, чел, типа, и все. Но это муляж? Это не муляж. Бля, ну я вам подсказал. Ну стол развалился. Ну потому что, ну, Максим, типа, это муляж, блядь. На себе вопрос 7 тысяч. Нет, вопрос блядь. За 7 тысяч. Это муляж или нет, блядь? Это муляж, блядь, ну, Максим. Ну, типа, это же сайт, он сюда... Ну, блядь, людей не сдуло, да, я не уверен. Друзья, и вы нам завидуете. 300 поинтов. Пошли они, шли их в жопу, все правильно. Еще и Саня, когда ведущий, он точно так же. Я вас очень люблю. Давайте следующий. Я такие вопросы на хую видел, если честно. Согласен. Dragon of Darkness. Интересный у тебя вопрос, нахуй. Ебать, блядь. Ну чел, ебать, с РПГ, это, вы, с трубы выпрыгнет и ебанет самоистребитель, нахуй, сядет обратно в самолет, а, нахуй. А ты нормально себя это, чувствуешь, блядь? Да. У меня только сейчас картинка. У меня и даже картинки нет, весь микро. Это, блядь, не повезло. Не, я картинку только увидел. Правда, с ответом не повезло. Ответ на вопрос, блядь. Внезапно сработают законы физики. Ну это пиздец, согласен, это вообще кошмар. Ну это нахуй как? Ты должен знать, да, ты должен знать. Я должен срезать нахуй за такое все. Ну да, ты должен знать ответ изначально, типа. Ну, Dragon Darkness... Ты по сути он всё правильно сказал. Нет, ответ на вопросы писал, блядь, человек. Но Арсений должен, типа, Инсайз должен угадывать, что произойдет по словам Арсения, потому что Инсайз может не знать видос. Ну, в теории, можно же потом забрать поинты или, наоборот, отдать. Ну да, типа, когда очевидно, что Дима угадывал, так, что люди упадут. Дело не в том, правильно сказал Синий. Не, мне казалось, я видел, такое, видимо, может, даже подобный видос. Знаю, там ну, прям сдувает а людей. Я совершенно точно не угадывал с тем, что будет хлопок. Заметили, кстати, как я круто ответил на вопрос по-русски? Не взрыв, а хлопок, блядь. Бля, вот... Я ну, готов, пиздец, я готов, нахуй. Я готов. Опять а, вот, блядь, я уже, это я выбрал. Уже, я уже предвкушаю, блядь. Кто готов? Я чувствую отрицательный рост по очкам у кого-то я сейчас. Готов. Я первый, кто-то Димас сказал? Я готов, говорю. Все готовы. Там такой нахуй ответ уже просто, не это хочу. Пиздец. Давай, Димас, отрицательный рост показывай нам. Спецвопрос. Что графон пообещал сделать, если его позовут играть в Left 4 Dead?
В ответе будет написано... Бля, это олдовая хуйня какая-то. Блять, графон, ну что он мог обещать? Я бы сам даже не ответил. Графон по... Уебать его в жопу. Да, трахнулся, что-то... Бля, ребята, просто ёбнуть ему со всей силы. Если его позовут Left 4 Dead, он сказал бы, что он вот рот ебал, короче, и выебет его, да. Именно так он говорил. Нет, он сказал, киньте мне этот клип. И скинет жопу еще. И как меня позовут, когда типа будут соглашаться. Но Димаш не знал. Ну кто-нибудь попробует еще правильный ответ назвать? Его не было пока. Не было? Графон пообещал скинуть жопу. Он пообещал подумать трижды? Это правильный ответ. Это я в чате почитал, прочитал только что. Не, ну если подумать трижды, ну в принципе да. Ну как это кринж? Я помню, говорил, типа, киньте мне клип, который я буду посмотреть. Не, ну пообещал подумать трижды, ребят, ну очевидно же, чего вы не ответили. Я говорил, киньте мне клип, и сидел такой на себя, типа, на вебку такой, графон, блядь, подумай три раза нахуй об этом. Ну возможно, возможно. Да. Хотели Мишаня сам зовет, блядь, просто да, да не Да не знаю, нормальный парень. Да. Почок неплохой, за исключением вот этой темы, типа. Все остальное нормально, но вот эта тема, блядь, с этими ответами... Так, пацаны, так а чё в партии почок, он же еще не закончился. Скачу, скажу честно. Нет, там другие вопросы были еще более-менее ответ, но ответы норм, но там какие-то другие, да, странные. Поехали, мужики. Учитывая, что Инсайз видит ответ, ему тяжело понимать, если он не видит дальше видео, правда это или нет. Чтобы как-то подыграть кому-то или... Ну, да, вот сложно от себя, когда вот это ебать. Это Теренти. Когда вопросы... Ой, ну ответы от себя очень сложно, блядь, понять вообще, что за хуйня. Жопа. Хотя в текущих реалиях. Ладно, давайте дальше. Ебать, это я. А почему по крыса? Жаба-крыс. А там что, лягушка была? О, это гусарь-кор. Жаба была? Обнимались. Ну это изи варианты. Вообще ну, легко. Ну по 300 поинтов, типа просто по фану, типа. Хи-хи-ха-ха. Ну это Димас енот. Не. А не, подождите, тормози. Ну у меня пикче не появилось. Это Мишаня. Там калик. У меня пикче не появилось. Радос. Вот они вернулись ко мне. Ну и шо? Ну это ж Муниверс, блядь, вообще. А так и картинки нет, блядь. А, там нефтяник на КРС. Сразу понятно, блядь. Так, ну культовые персонажи. Чего, фильмов или игр? Ну, видимо, фильмов, раз это Джеймс Бонд. Ебаная нахуй, когда-нибудь она будет нормально работать. Владимиру Хилю надо задонатить просто. Это Индиана Джонис. Реально хилю нужно в сервер поставить дома, сказать, используй. Ну ебать. Так крестный отец. Хоть сейчас. О, боже, ну ты придумал. Нет, без имени я скажу. О, блядь. Тарам. Давай. Я так фамилию, ну, Корлеоне. Блять, нахуй нажал? А, Корлеоне, да. Я тоже. Я знаю имя, я знаю имя. Я долбоёб, скипай меня, я только фамилию знаю. Так а чё ты... Вита Корлеоне. Да, точно, Вита. Я забыл просто. Культовые за 800. Это знают только алды. Ну, только пикчу покажи. А, це Фантомас. Пиздец, блядь, сука. Фантомас так долго грузился. Вообще. Ну так. Да пиздец, а теперь блядь. Я неожиданно включу гачи кроссовер. О, щит. И мы снова будем ждать. А. Блядь, надо было посмотреть. Да, можно было. А это тебе после ответа? Или что-то еще нужно сказать? А, блядь, жалко. Ну нет, какая-то серия гачи баса. Культовый за 1200. О, так это Рипли. А имя? О, имя я скажу, кстати. Я скажу тоже. Блять, я играл в этот. Тут... Макс Рипли, отвечай, графон. Макс. Nothing personal, kid. Отвечу. Имя Джейн, знаешь? Рипли, Не Джейн. Время. Солдат Джейн. Ты в жопу, блять, ну это пиздец. Эллен Рипли. Эллен Маск Рипли. Культовые. Ой, нахуй я тыкнул, блять. Ты чё не знаешь? Это Тайлер Дёрден. Красава, блядь. Все, хорош. Молодец. Ну, даже блядь. Я не знал.
Ну, жалко, что это Брэд Питт, конечно. Тут можно до буквы доебаться на самом деле. Ну, Макс он не доебался, когда он сказал Эллен, а не Эллен. А Максим, может, не сам... Кто-то знает настоящее? Ну, правильное прям, вот 100%. Вот этот хуй сидит, блядь, и говорит, боевая муляж или нет, зарипли, блядь, в тихих, говорит, не тут. Дарден. Это здесь ошибка. Дёрден, да. Да, Миша правильно сказал. Ну, я ебу, блядь. Ебать. Автору пака, блядь, плюйся, нахуй. Чё ты на меня плюёшься? Тут написано так. Так, Elder Scrolls какой-то. Скорим. Я не понимал, из какой части трек идет. А я, блядь, не слышал, кстати. Кто хочет? Я попробую. Да, не надо. Ему не первый сказал. Это легкие, лучше отдавать, да, минусовым. Да, ну. Бля, у меня ничего. Сейчас пойдет. А, ну это Fallout. Давайте посмотрим, это Fallout, но хочу посмотреть. Тоже будет. Муниверс идет. А какой Fallout? Нью-Вегас. Ну или тот, да. Они оба похожи. Муниверс прошел, проверить своих курочек. В Нью-Вегасе по дефолту оно оранжевое. А, да. А в третьем зеленое. У меня он в цветном Sony выиграл. Новый открыл стрим. My property, моя собственность. О, пародейка пошла. Бля, я даже не знал, что там такой интро долг. Ты сразу перематывал? Ну это Fallout. Просто я попрошу. Ставим на середину. На кульминацию, блядь. Кроссовер за 800. О, ну это третий Ведьмак, блядь. Бля, клёво вам нахуй вообще. Ведьмак зашел в деревню, блядь, к жителям, всех обнес. Кроссовер за 1000. Ну и шо? Красава. Блядь, что это за звук супер знакомый? Три. Три? Сука. А что это за скилл, блядь? Что это за скилл, блядь? Хилка? Просветка. А, блядь. Ебать. Кроссовер за 1200. Блядь. Ну это МГР. Какой? Revengeance. Звук руны? Не все сказал. Ну ладно. А по-моему просвет. Нужно было полностью его просить расшифровать. Это же Миша отвечает. А у руны просветки высоко отличаются, блядь. Пятый все, что с ним связано. В околобандном составе синоним слова «никогда» или «более позднего срока». Через час. «Никогда» или «более позднего». 200. Девиз процесса стриминга Теринти. Приятного аппетита, блядь. Блядь. Я тебе говорю, отвечай. А что я мог сделать? А что я мог? Что я мог? Мне похуй. 200 ничего, рублей. Получается. Приятного аппетита. Нет. Жаль. Но DLC стримит? Нет. Не делай сегодня то, что можешь сделать завтра. Бля, он опять жрет, что ли, или что? Не делай завтра, что? Один глаз на чат, другой на донат. А, ебать, ну нахуй. Это мой демис этого, Максон был, Ситилинка. Не делай завтра, что можно... Не делай сегодня. Ты выиграл, ты выиграл, кстати. Выиграл. Быстрый способ получить мут на 600 секунд. Ничего бан. Ну скинуть ссылку? Да ладно. Блять, я готов ответить. Ну. Скинуть пасту, ёпта. Тоже нет. Ну это уже ближе. А. Да. А, ну то паста, в принципе, похоже. Это разрушило духовную составляющую стримов. Наступил упадок морали и нравственности. Людей интересует только так называемая халява и выгода, от чего они присутствуют в чате только ради этого. Ну, ставки? Лудомани. За 500. Назовите хотя бы три известных модераторов Арсения Терентия. Мэйн Кун, фейк, Эрусевен. М. Киберпингвин. Подожди, стоп. Первые три, которые ты назвал, еще раз их назови. Подожди, а тут нужно типа совместно? Нет, ты назвал Мэйн три. Мэйн Кун. Ну? Фейк. Эрусевен М. Там семерка. Эрусевен М у Терентия разве модерирует? Те, которые тут написаны... Трех ты не назвал. Не знает своих мудров. Что, ебать, я назвал три мудра, которых у меня больше всего... Арсюха, нажимай, я прав. Вон Русевен М, вон он внизу был. Русем был. Пиши, я прав. Фейка не было. Он фейка не было. Я спросил, а фейк у Терентия? Ладно. Ну нет, ты назвал первые три варианта. Какой контроль, ты посмотри. Я в американец, спасибо за лица. Он не знает. Мы не скажем, блядь. Чёрт.
Чат он не знает. Это еще что-то? Блин, ладно. Ну да. Отрежь. Ебать, я три модера всего знаю. Мы не скажем. Неизвестные. А, тут надо было полностью? Да, там же большая паста. А кто-нибудь полностью бы вообще сказал? Ну, я отчасти помнил, но чтоб с рифмой именно нет. Мне все пишут. Ой, что же это? Угу. Это Бондиана. Чё? Что? Бондиана это. Да нет. Джеймс Бонд. Да, она. Какой-то из. Ебать, я никогда не слышал, чтобы Джеймс Бонд называли Бондиана. Я думал, это Индиана Джонс какой-то. Я тоже думал Индиана. Киновселенная. Но я не шарю за кино просто. Это... Блядь... Господи, это не бриллиантовая рука, как же эта хуйня называется-то? Ой, нет, далеко, но минусуй тогда. Ну я тебя понял, неплохо. Корпорация монстров? Я тебя понял, как напарник какой-нибудь, да, с Шуриком, типа? А, ебать, это ж Король Лев, нахуй. В натуре я хотел заорать Scar Brother, help me, блядь. Но я думал, я по приколу хотел, я не знал, что это оно. Помни, кто ты. О, это полицейская академия. Блядь, я подумал, что это Эрик. Давай пробовать. Нет, не сегодня. Это я Джокер? Думаю, это не Джокер. Джокер это. Джокер. А что ты так долго ждал? Я просто слушал этот саунд. Ну, ты тоже танцевал на хате у себя? Ну да, перед зеркалом вот так вот руками выводил, блядь. Так, ну чё, главгады из игр давай. Ну это лёгкое. За 200. Назовите имя персонажа и игру, в которой он фигурирует. Блядь, необжатые пищи. Да какой у вас синий экран это, блядь? А, ну понятно. Ебать. В прошлом паке уже был. Нет еще. Роуч! Роуч! Полковник. Он был в прошлом паке. Шепард, полковник Шепард. Да. А тут еще есть имя перед как бы... Бля, я могу попробовать вспомнить, кстати. В прошлом паке тоже было имя, и кто-то называл его вроде бы. Сейчас, когда ты такой душный, хочешь тебе в лицо плюнуть, если честно. Не, ну это реально хуйня вообще. Я тоже не понимаю. Тут написано, блядь, написано для кого? Блядь, ну давай ты тогда будешь нахуй прям вот как один скобочка. В один. И хоть кто-то, блядь, неправильно скажет, ты нахуй сразу срежаешь. Ты либо так, блядь, играй, либо не души вас нахуй просто. Игра, Far Cry. Ну уже заебало просто, реально инсайт. Тоже здесь мог быть, я думал будет за 200. О, блядь. Сенатор Армстронг. Нихуя он. Are you Винингсон? Сенатор Стивен Армстронг, скобочка открывается, Metal Gear Rising, не переживай, открывается. Без негатива, блядь. Нет, так ты скажи, все, я не буду такой хуйней больше заниматься. И поехали играть дальше. А где-ка пикча? Похуй нажму, сейчас пикча появится, правда ведь? Нет. Ну она должна появиться. Человек-невидимка, блядь. Не, ну должна пикча появиться. Я появилась. Кто это, скажите хотя бы. Из Марио. Из Марио? Баузер? Да, хорош. У меня все еще синий экран. Ну тут можно и на все попробовать. Блять, а вот я, кажется, думаю, что тут может быть страшно. Может блядь, быть. Это же игры. Может быть. Кажется, да, что может... появится, у меня долго грузится. Откуда из какой игры? Я тоже. Ждем. Так. Вульфенштейн. Максим, ну. Это похороны, блять. Не, ну я типа клип. А, доктор. Блять, Менгеле, нахуй. Ну или типа того. Не помню. Ну не помню, как его зовут. Забей, срезай. К сожалению, нет. Это череп? А Штрассе. Угу. А, у него мертвая голова, мне кажется. Ну, это действительно сложный звали. Вопрос. А, и сфера? Это вот хуй знает. Альма. Угу. Сейчас бы фамилию вспоминать, я, кстати. Ебать. О, кинцо. Вот с фильмом тут, конечно. А, ну так ебать, кто же это? Фильм «Бэтмен», а это... Я, то есть это Темный рыцарь, ребята, а не Бэтмен. Так это же на это же. Это агент Смит, Матрица.
Асмусная проходилась, что думаешь, я помню, как зовут девку. Все, инсайд завогнали в тильт, он теперь все засчитывает. Это правда. Это бессмертный Джо! Безумный Макс. Несмертный Джо. Да, да, это стильте. Несмертный, несмертный. О, это... Это... Из ублюдков. Это бесславные ублюдки Доминик де Коко. Ой, нет, это не Доминик де Коко. Бля, его зовут Амбус, а фамилия... По погонам видно, блядь, Доминик де Коко. Август, а имя не помню вроде. Вообще не близко. Не, ну дай похуй, я минусую. Бля, ну Даня, клип зато заявись. Это наверняка Ганс. А это не Ганс, который... Ганс, но фамилию не... Похуй, инсайз в тильте, Ганс, это Ганс. Ганс Ланда, точно. Отлично. А Доминик де Коко это... Доминик де Коко. Доминик де Коко, блядь. Антонио Маргаретти. Доминик Маргаретти. Подожди, я должен загуглить. Доминик де Коко, блядь. Он порноактер, похоже, какой-то. Да они там стояли, типа, помнишь, когда они под операцией, типа, под прикрытием итальянцев пришли? Он говорит, как вас зовут? Он там стоит такой, Доминик де Коко. Сука. Пиздец. У меня Лиза спит, я сейчас умру от смеха. У меня голова аж заболела. Он типа такой, как итальянец, Доминик де Коко. Да, я еще момент скину, подожди, блядь. Ай, блядь. О, ебать, это Джонни. Джонни, мой ответ Джонни. Вот Макс видос. Полный. 3 минуты. А из какого фильма? Из «Сияния». Разве это «Сияние»? Да, да. Я что-то думал, что... Я думал, это «Пролетая над гнездом кукушки». Да нет. Он же горел, да, Джонни? О, это... А вот имя вспомнишь? Страшный убийца. Здесь не место, это Че Ге... Нет. О, я вспомнил, ебать, чел, да. Я вспомнил. Чигира, Антон Чигур, блядь. Красава, красава. Он, да. Ебать, он страшный на самом деле. Бля, он в фильме вообще жутко. Очень криповый. А я помню просто Че Гевара, блядь, я его когда смотрел, думаю, что за Че Гевара, блядь. Так, Доминик де Коко. Ты пошел смотреть? Да. Лучшая роль Высоцкого, блядь. Выбери инсайз, кто будет отвечать. Я уже выбрал, ты кто? О. Динка, блядь, в душе, нахуй, кстати. Доминик де Коко, я посмотрел. Откуда у него фотографии? Когда Петросян будет? Максон? Блядь, то есть что, правда, что ли? Я переезжаю постоянно. Я сразу понял, блядь. О. Блядь, сорокет? Ужас, блядь. А? Асмодей? А что это? Почему? Медоед. Образ. Медоед, да. А. Инсайз? Блядь, а вам круто? Охуенно играем, блядь. Синий экран, синий экран, синий экран. Синий экран очередной. Ну тут долго, да. Ёбаный раз, Джокер. На заводчане. Синий экран, синий экран, синий экран. Как называется молодежный фан-клуб убийцы Гитлера? О, блядь. А убийцы Гитлера? Это... Это... ККК. Нет, это называется... Это «Галопом по Европам»? Ну, я подумал, что про Гитлер-Югенд. А, подожди. А что такое «Галопом»? А, видимо, да. Убийцы, убийцы Гитлера. Не убийца, а вот Гитлер-убийца. А. А, все понятно. Я так... Галопом по Европам за 300. Блять, это же... это Роммель? Да, Лис пустыни. Этот звук не предвещает ничего хорошего, что за самолет его издает. Мизершмитт, блять. БФ либо какой-нибудь, либо Мизершмитт. Давайте я задефьюжу. Пусть будет Мизершмитт, ебан. БФ, значит, мужики. Как БФ? Похуй, БФ. Какая-то модель. Ну это не БФ, мне кажется. БФ пускай будет. Может, Юнкерсы, бля, реально какие-то? А, Юнкерс, бля. Ю какой-то там. Ну, Юнкерс. Да, Юнкерс называется, ну, Юнкерсы.
U-44 там, или я хуй знает, как он называется. Я тоже не знаю, как правильно. Ну, я тоже правильно не знаю. Штука, блядь. Штука. Штука. О, я знаю этого типа. Это английский генерал МакАртур. Это который с луком хуярил или нет? Как это не МакАртур, блядь? А кто? Нет, это нахуй? МакАртус — это другой. Это Маккалис, по-моему. Это Монтгомери? Это... Да, это Монтгомери, точно. Фернанд Монтгомери. Они зарубались с Ромелем в пустыне. Назовите дату окончания Второй мировой войны. Так, это был август 45-й. День, месяц, год. Август 45-й, а день. 10 августа. Второй мировой, начал. Ну, давай я попробую. 2 сентября 45-го. Хорош. А, август — это капитуляция Японии. Вторая мировая, типа. А капитуляция Японии ознаменовала конец Второй мировой, насколько я помню. Капитуляция Германии была в мае. Так. Как в простонаречии назывался приказ 277 от Народного комиссара обороны СССР Сталина? Ни шагу назад, небось, какой-нибудь. Ох, ебашило тогда было ебануться. Это так. Правда. Какой гимн послушаем? За 300. Назвать страну и по возможности название. Это было кропко, блядь. Это был басбуст какой-то, блядь. Уши крылатые... Что? Вини, види, си. Пришел, увидел, победил. Что говоришь? Я хотел сказать, может, отвечает, но оно в университете. Ну, видишь, да, не получилось. Российский будь. Тише. Италия какая-то. Я надеюсь, на этом DMC тоже нету? Ну, вполне может быть. Вполне, наверное, есть. Это гимн Англии конкретно, не Великобритании, именно Англии. Хуяк минус, потому что Великобритания. Так, еще раз. Англия. Английское королевство. Великобритания. Сейчас скажи Великобритания. Англия. Нет, я сказал Англия. Если это Великобритания, то души меня не цесть. Я имею в виду именно Англия. И... Короче, нет. Окей, это гимн Великобритании. Тоже нет, нахуй. Ирландия. Он сразу не срезал. Соединенного Королевства, хорошо. Ну, вот это вот, да, хорошо. Ну. Вам это Голден Майер представляет. О, это Лин там на ля Франси, это французский гимн. А мне одного мультика из детства вообще. Мэтро Голден Майер, представь. Тарадан-тадан, тарадарадан-тадан, тадададан, та-та-та-тан. Испания. Я тоже сразу про это подумал. Блядь, прям там прям такой яркий прям. Ой, бежим, блядь. Спасаемся. Смотри, если там будет «Oh, say, can you see?» Это значит США. Америка. Но это я не думаю, что там это будет. Ну нахуй. Давай, мужики. Сеня, Сеня, хорош. Сеня рабанкает. Сеня, с яйцами, с яйцами. Бля, это изи на самом деле. Вообще нихуя не понял. Ну, пускай будет. Это... Ария какая-нибудь. Это великий правитель обещает вам мешок рис. Мешок, мешка риса прав... не как будет. Как вы поняли, блядь. Блядь, я играл на Китае в хуе очень долго. Я на Олимпиаде помню, слушай. Поляки какие-то. Не, ну, похоже Польша, на поляков. Польша, да, что-то пша-пша-пша. А, да, ну, наречие польское было, сразу понятно. Ну, что-то есть там такое. Смертные грехи, поехали. Смерть. А, я знаю, что это. Я готов. Обжорство, бля, или как? Нет, не так, старик, не так. Чревоугодие. Ну, конечно, чел. Блядь. Хотя там и похоть, блядь, и все, что хочешь, нахуй. Давайте дальше.
О, это ложь. Зависть, корысть. Блять, зависть. Пускай будет... Подлость, блять. Сейчас я скажу. Пускай будет жадность. Да ну, какая жадность? Не, ну типа, моё, всё моё. Проценты же. Тут какой-то просто алчность. Ну, а в чё нет? Я же прав был. Нет? Не, алчность, ну алчность всё-таки конкретно. Ну типа, алчность — это алчность, может быть, до власти. Подожди, 7 смертных грехов. Не надо, не пиши, блядь, ты сейчас нахуй там заспойлишь себе все остальные ответы. А нет, да я знаю. Ну алчность всё-таки немного другое. Вот это... А, я знаю, я знаю. Я знаю, что... Блять, это гордыня? Да, это она! Ебать. Ну ладно, как бы, поинт, но это вроде одинаково. Блять. Да ты чё? Да, да что же ещё-то, блядь? Нет, шо? Это кумиры создания, идолопоклонничество, не знаю. Зависть. А блуд, блядь. Так это оно и есть, блядь. Блядь, блядь, не, ребят, ну, да, ребят, блядь, видимо, это формулировка важна. Это как... Уныние. Не. А есть такой грех? Вот сейчас вы здесь ебёте нахуй все свои поинты. Давайте, ебашьте. Праздность скажите, праздность скажите, праздность скажите. Праздность? А, все, я понял. Все, автор пака, конечно, молодец, согласен. Это ж смертный грех, правильно. На 100% молодец, блядь. Все мы там будем гореть. Мы тут... Это гнев. Гнев. Терра инкогнита. Земля секретна. Блядь. Земля обетованная. Хорош. Да я, блин, наверное. Ну, нормально. Неизведанная. In vino veris. Верим в вино. Истинно в вине. Истинно, конечно, в вине, но там сверху фонк-ремиксы, на которых я АФК могу идти. А. Блять. Готовься к войне? С нами бог. А, извините. Нет, Deus Vult. Не, ну храни Божий. Божья воля. Ну... Ну, вариации. Божья воля, во славу Бога. А-а-а, ебать, я в чате только что прочитал. Да, можно секунду паузу нажать? На секундочку. Ну, паузу. Я не могу. У кого пауза? Я просто хотел на секунду затронуть такую интересную тему. Ты прикинь, насколько тогда было все просто, блядь. Сидит какой-то чел охуевший и говорит, того хочет бог. И просто, блядь, собираются 100 тысяч человек и идут ебашить других. Жесть, блядь. Почему мы идем туда их ебашить? Того хочет бог. А, ну ладно, блядь. Давай дальше. Вот это вот, кстати. Хочешь мира, готовься к войне, наверное. Да. Не, ну что, сейчас-то все иначе. Сейчас вообще совершенно по-другому. Блять, опасная тема, кстати. Вот я, блядь, тоже. Я хотел пошутить, но думаю, не опасная? Буду, блядь. Сейчас все по полочкам это... раскладывают. Ой, сейчас скажу. Это долина драконов. Это место дракона. Драконье место, что-то такое. Я знаю. Блядь. Здесь обитают драконы. Хиксунд. А я слишком поздно понял. От винта. Кошмар, блядь. Не знаю, накинь поинтов. Нет. Это Виктор Цой. А ты все песни, накинул поинтов тебе. Гимми. В принципе, да, вот об этом. Да, да, Midnight. Фаина. Так это ж Сеня поет, блядь. Это я пою. Вот
это типа на заре. Это типа мои уши вышли. Там на самом деле другой трек использовался, но ладно. Хочу улететь я с тобой. Позови меня с собой. Бля, мне даже не началось охуеть первый раз. Ой, слава мой богу. Мой финальчик. Finally. Блять, кошка спиздила снизу еду, принесла ее на второй этаж и понесла кусок курицы. Ёбнешься. Блять, мне нравится тема поминки. Мне тоже. Мне тоже она нравится. Мне тоже. Берите песни, пожалуйста. Давайте оставим. Я тоже не хочу. И фото уберите, потому что оно очень-очень, блядь. Давайте поминки. Не обжатое. Ну давай поминки. Поминки, поминки, ебать. Играем? Играем тему поминки. Может, поминки, типа, что у нас слишком сложные? Сложная, вот я это тоже... группа поминки, и сейчас мы будем тебя хоронить. Какое глаза плюс-минус 200? Ебать, разрешение? Разрешение. Глаза? У человеческого глаза. Да хуя. А типа как, типа, есть, типа, 1080, это типа Full HD, а... Да, а у глаза 2К. Там 25 кадров, видимо. Я нажал, мужики. Блять. А у человеческого глаза вообще есть разрешение? Честно слово, я хуй его знаю. Ну, какой, а, ну ты какой FOV при рождении ставил? 24 тысячи. Блять, я забыл выключить этот нахуй. Глубину резкости в начале рождения заебало уже всю жизнь. Сфокусироваться не могу. Блять, я не успел донажить, сука. Пам-пам-пам. Ну скажи просто сейчас. Плюс-минус 200, да? 300 я, было. Я написал 13 мегапикселей. Ебать, он считает, что-то похожее. Камера как у нового Sony Ericsson. Да хуя на X надо, хуя. Ебать, Димас, жестко. Блять, не. Мой ответ тоже хорош. 12 тысяч, блять. Ебать, нихуя тут нет. Очень много. Это много, да, блять? Я 24 написал. Значит, будет 926, наверное, ответ. Сколько там? 13 Сандей писал, да? 13 мегапикселей. 13 мегапикселей. Это может быть в андроиде. Нет. Ты в биташе-то? Ебать, вообще нет, нахуй. Еще больше, блядь. 24 кадра, разрешения нету. Погоди, погоди, а там ответ реально в мегапикселях? Ебашо, блядь. Валя была ближе к тех. Это, кстати, очень много, блядь. Миша, я твои глаза заберу, сделаю себе фотоаппарат.